Всем привет! С вами опять Мишаня, и сегодня я хочу поделиться своим, так сказать, новшеством, как я переношу, как я транспортую свой эхолот Lova X4 Pro. В предыдущем видео я рассказывал про датчика эхолота, как я приделываю его к своей лодке Bar 260, делаю. А сегодня хочу поделиться своим мнением, вот как я сделал для переноски эхолота Lowrance X4 Pro. Так что вот у меня такой ящичек есть небольшой, он размера 40 на 20 где-то и высота 20. Почему такой ящик я приобрел? Потому что этот ящик для инструментов, для монтажных, для ремонтных инструментов. Потому что он как раз по комплектабельности мне все сюда влазит, даже слишком можно много чего сюда другого закладывать. Тем более он хорошо мне подходит, потому что по высоте, если я на лодке плаваю, ставлю его под лавку. Вот лавка у меня будет сверху, и сразу над лавкой стоит сам эхолот. Удобно, вытащил с лавки, что-то себе достал, что тебя интересует, перецепил, переодел, под лавочку сунул его. Ну что, посмотрим, что как я в середине его сделал. Вот так я открываю его. Вот видим, что у меня здесь находится. Сам Lowrance Echolot X4 Pro. Вот он так выглядит. Ну и естественно к нему вот идет такое крепление, я придумал. Оно идет на доске, привинтил на трех шурупах. А это само крепление я уже кронштейном, который у меня идет струбцина, так называемая, вот она, защелкиваем струбциной, вот этот, как у меня стоит эхолот, я приделываю его к сиденью лодки, вот таким образом привинчиваю и сюда надеваю непосредственно, вот таким образом я его приделываю к сиденью лодки, и вот у меня уже не движется, стоит нормально на лодке. Вот сюда я надеваю, вот так он защелкивается, Lowrance X4 Pro. Вот он защелкнулся, угол регулируется, могу выше, могу ниже, ну какой угол будет удобный для обзора. Вот так где-то он выглядит у меня на лодке, струбциной прикручен. Так, что у нас еще находится в моем ящике? Ну, это я не помню, это уже... А, тройники, двойники, какая-то там разная трепетень, которая нужна в рыбах. Ну, естественно, почему-то здесь оказался, не знаю. Паспорт, инструкция. Вот такая емкость этого ящика. Здесь в отсеке вот это у меня находится... Ну, отсек я уже сам придумал, вот так, пенопластом твердым. Я его перегородил, чтобы у меня не гулял сам аккумулятор, аккумуляторная батарея, вот вы видите, на 12 вольт, 7 ампер, 20 гигагерц. Вот такой мне хватает полностью на целый сезон рыбалки, зарядки. Так я его сюда складываю. И вот здесь такую перегородочку сделал, чтобы он не болтался во время транспортировки. Еще что здесь я сделал, сделал такие прорези. Вот, наверное, будет видно на камеру, вот прорезь. Зачем я их здесь сделал? Потому что как кабеля подключаю к аккумуляторной батарее, а остальные идут на эхолот и на датчик эхолота. Если я закрываю, оно видно сразу будет передавливать эти провода. А так, когда они закрыты, здесь они будут выглядеть. Вот это еще хорошая заемочка в этом ящике есть. Это для того, чтобы когда я идет дождь, закрыл, не попадало влага вовнутрь, дождь, все остальное, чтобы туда ничего не попадало. Ну вот такая емкость моего ящика для приноски эхолота. Вот так я складываю сюда саму поставку под эхолот, вот эхолот. И вот видите, сколько здесь еще места для разных приведений. Резина, бляхи, ну что кому, куда, что здесь, что было под рукой. Очень удобно, потому что он находится под лавочкой лодочки нашей, сиденье лодки нашей, вытянул, что надо, открыл, достал и назад закрыл. Еще что здесь хорошего в этом
сказать, изобретением, придуманным мною. Вот здесь сверху тоже есть такая полочка. Вот, я открываю, достал под сиденья лодки. Ну, у меня здесь еще бляхи какие-то, резина, вот ключик. Для чего я сразу этот ключик возьму? Потому что мне нужно будет свои датчики холода привинчивать к ручке лодки. Я там сделал дырку, и у меня стоит перпендикулярно, и я туда его прикручиваю и зажимаю, потому что сама ручка, она идет, как бы сказать, такая полипластиковая, мягкая, и надо сильно-сильно прикручивать, чтобы датчик эхолота у меня не гулял туда-сюда, а стоял перпендикулярно лодке. Вот, ну и здесь у меня разные причиндали, как говорится. Ну, отвертка там нужна фигурная моему датчику эхолота. Ну, это здесь груз. Вот видите, сколько еще здесь места. Ну, параллельно я сюда ложу цену. Здесь сколько места еще, чем можно. Закрыли. Удобно. Взялись за защелку. Закрыли и транспортируем. Вот в таком положении. Мы переносим его. Очень удобно. Практично. Очень мне понравилось в использовании этот ящик. Быстро-быстро собираем на природе холод. Все в одном месте. Датчик эхолота отдельно, конечно, переводит, потому что он идет на такой ступцене у меня сантиметров 50. Ну, в предыдущем видео я рассказывал об этом. Вот, поделился я с вами своим мнением, таким, можно сказать, новшеством, ну, каким-то чем-то новым, как я приделываю это. Кто смотрел мое видео, ставьте лайки, пальцы вверх. Ну, а в следующем видео, обзоре я хочу, наверное, уже буду на рыбалке, непосредственно сложу там все это. Во время я всегда буду слаживать лодку, восстанавливать эхолот. Это все я буду вам наявным образом рассказывать и показывать, как вы меня выглядит. Хочу просто с вами поделиться своим мнением. Может, кто-то еще что-то подскажет получше. Может, к чьей-то думке прислушаюсь. Ну вот, так видите. С вами был Мишаня. Подписывайтесь на мой канал на YouTube Мишаня Юрист. До новых встреч. Всем приятного просмотра.